Представлять интересы кубанской столицы на федеральном уровне глава региона предложил градоначальнику на его ежегодном отчете. По мнению Вениамина Кондратьева, опыт краснодарского мэра и его детальное знание проблем каждого микрорайона будут полезны при принятии важных решений в Госдуме. Вы очень опытный управленец. И сегодня ваш опыт, очень богатый опыт, разный опыт, опыт ошибок и побед, конечно, будет очень полезен на уровне принятия решений в Государственной Думе. То есть вот там должны быть те люди, которые реально ощущают проблемы земли, проблемы городов российских. И, конечно, для нас немаловажны проблемы Краснодара. Те или иные вещи, их надо тоже кому-то лоббировать. Тоже надо отстаивать интересы. Интересы, конечно, Краснодара, Кубани в целом. И сегодня я ощущаю дефицит вот таких лоббистов в Государственной Думе. Тех, которые живут Краснодаром, тех, которые живут Кубанью, которые болеют и Краснодаром, и краем, и которым не безразлично, каким мы оставим и кубанскую столицу, и саму Кубань нашим детям, внукам и последующим поколениям. Я благодарю вас за предложение, которое было высказано при моем отчете, мой адрес. Считаю, что время моей работы, это несколько десятилетий, безусловно, за это время в городе произошли большие изменения. Я действительно старался за это время привнести новое в развитие города. Но есть и проблемы, которые я бы, думаю, смог решить на уровне Государственной Думы на пользу нашему городу. Напомню, что возглавляет кубанскую столицу Владимир Евланов уже больше 10 лет. Впервые на пост мэра он был избран в 2005 году.